Голдобин до шайбы не дотягивается. Шеребзянов. И еще одно противоборство с Сергеем Плотниковым. Ух. Попадает под силовой прием Сергей Толчинский. Теряет шайбу, и атака Металлурга. Плотников бросает, и после рикошета от ноги Алексея Береглазова шайба улетает за пределы площадки. А это уже была ответочка Металлурга в борьбе, в силовой борьбе между командами. Как раз Пашнин. Как здорово, здорово построился. Да. Прям вот корпус в корпус вкатил.